Привет, ребят, меня все по-прежнему зовут Зак, и вы попали на рубрику с названием «Реакции» на трейлеры. По игре Assassin's Creed, точнее их много, этих игр. Я даже надел берет и наконец-то выключил компьютер, потому что я не думал, что это так сильно затянется. Я уже 3 часа где-то снимаю реакции на трейлеры к играм Assassin's Creed. Сначала я поностальгировал и посмотрел трейлеры к самым первым частям Assassin's Creed, когда я еще отслеживал эту серию и фанател по ней. А потом я начал смотреть трейлеры, которые никогда не видел по старым играм Assassin's Creed. А сейчас предлагаю посмотреть трейлеры к новым играм Assassin's Creed, в которые я уже даже не играл и которые я никогда не видел. Хотя эти трейлеры довольно популярны. То есть как бы это не просто какие-то там в недрах Ютуба спрятанные трейлеры. Я не знаю, может уже 5-й по счету, да? То есть какой-нибудь первый официальный трейлер, а это там какой-нибудь 5-й уже. Не совсем трейлер, а какой-нибудь... Короче, если вы смотрели предыдущие видосы, вы знаете, в чем суть, в чем дело, да? Что мы тут делаем и так далее. А если нет, то посмотрите, а мы начинаем, ребят. Не буду задерживать вас и себя в первую очередь. Мы переходим к трейлерам с названием Assassin's Creed Изгой, который я никогда не играл. В общем-то, Ubisoft Россия, вперед. 18+, что он там сказал на русском? Пеги 18. Что? Теги? Пеги 18. А, Пеги. Я поклялся следовать догмам Кредо. Никогда не подводить братство ассасинов. Damn! Russian озвучка. Не обращать клинок против невинных. В трейлере? С ума сойти. Каким же я был глупцом. Ubisoft. Клянешься ли ты отстаивать принципы Ордена? И бороться за его ценности? С этого момента до самой смерти. Любой ценой. Клянусь. Теперь ты... тамплиер. Черт. Я рассчитывал на тебя, Шейн. В атаку! Ты умрешь как предатель. Решаете, какой город разрушить дальше? Все же, Шейн, ты предал братство, Ахиллеса и меня. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни! Это борьба за власть. Все, хватит. Assassin's Creed Изгой. На русском. В поисках истины. Вау. Впервые за долгие годы я увидел официальный трейлер на русском с русской озвучкой. И узнал в нем голос Никиты Прозоровского и Александра Груздева. Вау! Обязательно ставим лайк, ребята, обязательно. Всего 500 тысяч просмотров. 8 лет назад, в 2014 году вышел этот трейлер. Но да, к этому году я уже совершенно не фанател по серии игр Assassin's Creed, не отслеживал никакие новости и так далее. Я в это время занимался Майнкрафтом, Ютубом, уже был ютубером, снимал всякие, допустим, туториалы по фотошопу. Только вот впервые научился пользоваться фотошопом, и давай сразу туториалы бацать. Ну, не только по фотошопу, там, по всему на свете. Вот чем я тогда занимался, мне было уже не до Assassin's Creed'ов. Но я впечатлен. Впервые в жизни посмотрел трейлер Assassin's Creed Изгой. Может быть, даже когда-нибудь руки дойдут поиграть в эту игру впервые в жизни, я этого ни разу не делал. Движемся дальше. Тот же самый трейлер, только уже 100% не на русском. И называется не Изгой, а Assassin's Creed Rouge. Но это та же самая игра. Или Роги. Роги или Rouge. Ну, наверное, Rouge. Let's go. Зачекаем. Launch trailer. Это то же самое? Это то же самое, но на английском. Нафиг, тогда нафиг. You are now a Templar. You are now a Templar. Ты тамплиер. Отныне ты тамплиер. Короче, тот же самый трейлер, только на английском, уже без русской озвучки. Набрал 2 миллиона просмотров за 8 лет. Ubisoft, North America. Лайк уже ставить тогда не будем. Движемся дальше. Peggy 18. Peggy 18. Опять Roach. World Prime Cinematic.
трейлер. Что происходит? I reached the end of the trail. The air is still, and I am a hunter. The hunt has led me to the forgotten edges of this world. Seasons pass, drawing me deeper into the darkness. Darkness. Where I have found the truth. Я пытаюсь докопаться до правды. My redemption is found in ashes. That I must burn away the past to set things right. Я не ассасин, как вы могли подумать. Я тамплиер. Эй, чел в белом. Once an assassin, now their pursuer. Ты хочешь, чтоб я подал тебе руку? I must destroy those who I once called brother. Гильзы. Гильза смерть. Is still, and I am a hunter. Assassin's Creed Roach. Wow. Окей, это точно лайк. Точно лайк. 8 лет назад, 2014 год, 5 августа. Движемся дальше. Что это такое? Опять Roach. Окей. Подождите, это то же самое. Ну и что-то только что посмотрели. Может, на русском типа, нет? А в чем изменение-то, собственно? GameSpot. Канал GameSpot, 5 миллионов. Зачем ты это сделал? Какой-то тупо перезалив. Причем в этот же самый день. Ладно, движемся дальше. Assassin's Creed Roach, story trailer. Что же на этот раз? Shay was an assassin. Admit it, I nearly had you. He was a friend. A brother. What did I miss? Only the first hour of training. A pity. The boy has so much potential, but so little discipline. I have tracked the Templar as far as his coast, but I fear the rest is up to you, my friend. Спасайся, кто может. You made me slaughter innocents! I will not let this happen again! Now the man I once called brother is coming to hunt us all. Colonel Monroe spoke highly of you, Shay. He was. Опачки, знакомые лица. I expect you will not disappoint. I don't plan to, sir. Как его зовут-то? Хейтон Кеннелли, да? You dead. You will fail. I will kill every last man who defends him if I must. Игра 2014 года, а по-моему графика ухудшилась. Я это могу судить по лицу Хейтема Кенвая, который выглядит, по-моему, хуже, чем в Assassin's Creed 3. Но я не знаю. Игра 2014, а Assassin's Creed 3 2012. The right. We have the responsibility. You've betrayed everyone you knew. Sided with our worst enemies. And for what? Someone must make amends. Знаете, хоть я и не играл никогда в Assassin's Creed Roach, но... Rogue. Короче, хоть я и никогда не играл, но... По трейлеру чувствую, что игра-то так-то годная. Все-таки. Может, когда-нибудь что-то изменится, я в нее поиграю. Полноценно даже. Может, пройду? Не знаю. Время покажет. Ну а далее на очереди у нас... нет, не Синдикат. Нет. Unity. Assassin's Creed Unity. Далее на очереди. Начнем с этого же канала, GameSpot. Вот еще есть какой-то такой трейлер. На русском, типа. Cinema трейлер. Опять какой-то минутный. Давайте начнем уже просто просмотр. Ubisoft. Никогда не смотрел. Новую игру, кстати, играл.
девочки, девочка, ты, кажется, тамплиерка. Так что своими милыми глазками ты меня, в общем-то, не остановишь. Make history. Makes history. Assassin's Creed Unity. Pre-order now for two. Неплохо. 8 лет назад 16 миллионов просмотров. Ну, кстати, трейлер реально хороший. Реально хороший трейлер. Мне даже понравилось, в принципе. Давайте даже, знаете, что сделаем? А вообще-то он называется Елис Ревел Трейлер. Как-то так. То есть не просто трейлер какой-нибудь официал, а вот как-то так, в общем-то. Что у нас тут есть еще? Ну вот какой-то... Пеги 18. Да-да-да-да-да. Единство ТВ-трейлер. Смотрим. Этим утром я был всего лишь каплей. Каплей, что стало рекой. В реке зародилась надежда. Вот это графончик. Вот это озвучка. Вырвался бушующий поток. Поглощающая волна перемен. И если кто-нибудь встанет у нас на пути, мы начнем революцию. А нет, единство. Вау, русский язык, озвучка. Я, правда, голос не узнал, первый раз его слышу, Майнкрософт что-то там. Короче, графончик еще такой в этом трейлере прям. Нестандартный, в игре точно не такой. Всего 700 тысяч за 8 лет, вы че, угораете что ли? Этот ролик явно заслуживает большего, давайте даже поддержим его и поставим лайк. Вышел в 2014 году в октябре. Офигеть, нужно. Это было прикольно, реально. Давайте еще раз даже немножко посмотрим. Этим утром я был всего лишь каплей. Каплей, что стало рекой. Капля, которая превратилась в океан. Во, вот эта сцена, я не знаю, мне на Шрека напомнила почему-то. Мультик Шрек. В реке зародилась надежда. Надежда. Окей, движемся дальше. Что там дальше? Cinema Trailer. Peggy 18. Peggy 18, то же самое, только на английском. Давайте послушаем, как америкосы это озвучили. This morning. I was just a troll. Очень сурово. A single drop. Ну, вот так вот как. Came a river. River. Что-то там. Окей. Что же дальше? Может, будут еще какие-то трейлеры по Unity? Че так мало? Ну вот, что-то тут есть, смотрите. Peggy 18. E3 2014. Европа. Взлетает птица. В ассасина вдруг превращаясь. Прыжок в сторону. Что-то там, что-то там. No
turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to rule the world. Help me to decide. Help me make the most of freedom and of pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad we had to fade it. Эй, где музыка? Трек в студию. С 25 октября 2014. Да? Походу дело да. Ну что ж, это лайк однозначно. 55 миллионов просмотров. Вау. Это просто вау. Это действительно просто вау. Офигеть, вот этот ролик действительно покорил сердца поклонников. Очень сильно покорил. Ладно. Что же тут еще есть такого, чего мы не видели? По Unity. Вот это что такое? Единство мастера ассасина. Единство мастера ассасина. Мастер ассасин Арно. Мы это видели или нет? По-моему, это, мы это видели, но не на русском. Наверное. Тут вообще без комментариев. Просто под музычку. На иностранном. Здравствуй, девочка. Давай мы снимем это с тебя. Вот эта дамочка мне, знаете, кого напомнила? Очень прикольный фильм был такой, существует до сих пор, 2009 или 2011 года. Шерлок Холмс и Шерлок Холмс игра теней. Там такая же атмосфера Лондона, да, по-моему? То есть, в принципе, такая же атмосфера. Я вот когда в игру играл, знаете, в 21-м году это было, Assassin's Creed Unity, я когда играл, я прям очень многие моменты узнавал из этого фильма Шерлок Холмс 2009-11, там, то есть два фильма было. И, короче, мне это даже понравилось, что там очень многие моменты, вот как будто разработчики вдохновлялись этим фильмом. И знаете что? В пользу аргументов, что они вдохновлялись этим фильмом, этими фильмами Шерлок Холмс, а там еще в главных ролях Роберт Дауни-младший, Железный Человек этот самый. Вот. И, короче, в пользу аргументов хочу сказать, что даже вот эта дамочка, союзница Арно, да? Давайте посмотрим на ее внешность. Ну, здесь у нее лицо спрятанное, а вот тут вот нет. Вот, ну... Опять же, тут в трейлере качество такое, конечно. Короче, у нее лицо очень похоже вот на актрису, которая была даже в этом фильме. Давайте я покажу вам ее. Детектив, 2 часа. Длится в главных ролях Роберт Дауни-младший.
И вот, смотрите, у нее даже внешность очень схожа. Вот давайте нажмем. У этой актрисы зовут ее Рэйчел МакАдамс. Ну вот, я написал, вот как зовут эту актрису. Шерлок Холмс, да, добавил. Картиночки, конкретно вот из Шерлока Холмса кадры. Типа вот она, да? Ну и, по-моему, что-то есть. Смотрите. А вот эта дамочка из этой игры. Из Assassin's Creed Unity. Блин, тут какие-то чертовы косплеи. Твою мать. Ну вот в игре... Вот она, получается, в игре, да? Типа вот, допустим. По-моему, что-то есть, какие-то сходства, я не знаю. По-моему... Что-то есть, по-моему. Ну не знаю, ребят. Я лично что-то узнаю. Тем не менее, мы ставим лайк и движемся дальше. Видос уже очень сильно затянулся. Очень сильно затянулся. Но давайте, так уж и быть, посмотрим еще Синдикат. Трейлеры. Поехали. Assassin's Creed Синдикат. В эту игру я никогда не играл, никогда не смотрел никакие трейлеры. Ни разу. Ну, графончик уже впечатляет. Запрещено для детей. Обратите на это внимание. Лондон, 1868. А в Unity это был Лондон или не Лондон? Думаю, он все понял. Шеф! Шеф! Там у Эммануэля проблемы! Быстрее, быстрее! Веселье продолжай. Блин, голос из Трансформеров. Этот Сэм-то, вот этот голос его. Займусь этим парнем. Орел сменился на ворона? Он здесь вполне неплох. А теперь выпейте за вашего хозяина, похитителя детей. Или другой вариант. Присоединяйтесь к грачам. Это грач? Наверное, это был грач. Вот это птица. Раз он тут что-то говорит про грачей. За ним! Послушайте, мы поделим деньги, то есть возьмите все. Подавись ты своими деньгами.
мне деньги не грачи, нужны. За мной. Я ухожу к грачам. Зашли, ну и ну к чёрту. Да, я тоже. Эй, чел, мы с тобой. Мы теперь команда грачей. Нахрен этих воронов. Долой их. Сделайте перед заказ сейчас и получите дополнительное задание. Заговор Дарвина и Диккенса. Окей. Assassin's Creed Syndicate доступна для PlayStation 4. 23 октября. For the players. This is что-то там. Окей. Что ж, 7 лет назад 1 миллион просмотров. 2015 год. Движемся дальше. Что это такое? TV-спот для Европы. А это что такое? Просто давайте, если это то же самое, сразу лучше на русском посмотрим. Давайте сначала это посмотрим, а потом поглядим, это то же самое или это не то же самое. Так. Синдикат. Окей. Лондон. Сердце мира. Город страданий и преступлений. Город красоты и надежды. Ubisoft. Тех, кто правит Лондоном, надо остановить. И я знаю, кто поможет мне. Неважно, кто против нас. И я уверена, что скоро мы избавим наш любимый город от этого беспокойного глупца. Неважно, сколько их. А что насчет его сестры? Ей тоже недолго осталось жить. Мы не сдадимся. Это точно. Ассасины никогда не сдают. Каждый взмах клинка — удар по их власти. Удар по яйцам. Вместе мы отвоюем Лондон. Assassin's Creed Syndicate. Долой угнетение. Assassin's Creed Syndicate 23 октября. 18+, запрещено для детей. Эксклюзивный материал для PlayStation 4. For the players. For the players, вот что он там сказал. 7 лет назад всего 129 тысяч просмотров, что-то никто это не смотрит. Так, это что такое? Синдикат, близнецы. Ну, кстати, я вот посмотрел, вот... Короче говоря, вот это мы не видели еще. Окей, TV-спот. Какой-то TV-спот мы не видели. Давайте сначала на русском смотреть. Европа. Европа плюс. Вот это мы точно смотрели, только на русском. По идее. Так что можно вот сейчас вообще это вырубать. Сходом. Так, стори-трейлер какой-то тут есть еще. А еще есть DLC Джека Потрошителя. Черт возьми, ролик очень сильно затянулся. Ребят, давайте мы продолжим в следующем видео. Все, на этом пока что окончим наш просмотр. Увидимся как-нибудь в дальнейшем. Меня зовут Зак. Убедитесь, что подписаны на канал, то, что поставили лайк. И кодовое слово, наверное, будет. Как там эту актрису-то звали? Вот вы можете пролистать видео назад, посмотреть, как ее звали, и написать ее имя. Вот это и будет кодовое слово. Как-то там... Я еще говорил, что она похожа на вот эту Рэйчел или кого. И Assassin's Creed Unity. Короче, это будет кодовое слово. Напишите имя этой актрисы. Peace.